Всем привет, всем огромный привет из Канады. Сегодня мы с вами идем в Масима Дуте. Давненько мы там не были, решила заглянуть, посмотреть, что там есть нового интересного. Пока несколько секунд показываю вам предпраздничные украшения. В торговых центрах невозможно пройти мимо. Все эти елочки, шарики, блестки просто вот завораживают меня. А сегодня в видео, как всегда, будет много примерок из примерочной, базовый гардероб, очень интересные вещи. Кстати, Масима Дуте стал производить какую-то линейку парфюмов или косметики какой-то, я не очень поняла. А витрины Масима Дуте, как всегда, очень лаконичные. И, в общем-то, видео у нас тоже будет в лаконичном таком стиле, в том числе и немножко предпраздничных нарядов для празднования Нового года. Всем добрый день, с примерочной из Масима Дуте, как вы уже, наверное, догадались. Давно мы здесь не были, и решила я сходить посмотреть, что у них есть. Ну, вот такая у меня сегодня цветовая гамма, в основном пастельные цвета, базовые такие, базовый гардероб, немножко бордового, немножко такого темно-бордового. Но вот в основном, видите, там у меня черная юбка такая золотистая, свитер такой с блестками, с люрексом, люрексовой ниткой. Ну, все-таки праздники на носу. И чудо! В Масима Дуте не играет музыка, не гремит, как обычно. Я надеюсь, что не включат, и я успею здесь доснимать. Моя любимая большая примерочная сегодня мне досталась. В магазине никого, кроме меня и 5 продавцов, которые ходят за мной по пятам и пытаются мне помогать. Но я не даюсь. Я тверда, как орех. И говорю, что мне ничего не надо, я все сама-сама. Спасибо. Покажу вам, в чем я сегодня одета. У меня пальто черное, мое в клетку, вы знаете, наверное, в розовый шарф. Тут у меня всякие бордово-бежево-молочные такие розовые тона, всякие украшения. Ну, сейчас я пальто сниму, бордовые ботинки, старая моя бордовая же сумка. Сейчас я сниму пальто и покажу вам, что под пальто. Так, на мне такой сегодня комплект, кофточка такая со странной длиной рукавом, и я обычно их вот что-то пододеваю под низ, в тон вот к юбке и к ботинкам, так что, в общем, вот так получилось у меня сегодня украшение винтаж, секонд-хенд, не винтаж, не секонд-хенд, просто украшение секонда, брошка и... цепь такая, сетки у меня обычные маленькие, потому что сейчас шарфы, волосы, пальто, это очень неудобно все, и колечки всякие мои, из моей коллекции старых колечек, и браслет, я вот сейчас вам покажу, тоже из секонда, позолоченный браслет, довольно дорогой компании, насчет камушков не знаю, но выглядит довольно натурально, купила долларов за 10 и... ношу с удовольствием. Он такой немножко старомодный, но мне нравится. Все, давайте будем примерять. И с чего начнем? Посмотрим, с чего начнем. Сейчас подумаем. Итак, первый мой комплект. Потрясающая шелковистая такая черная юбка. Потрясающесть ее я вам потом продемонстрирую. Так, в принципе, не видно. У нее очень интересно сделан верх, пояс и... Очень она такая интересная, у нее здесь как будто бы два разреза, два запаха. Она на самом деле висит в разделе праздничной одежды, такой у них есть принцип такой, на выход уже там у них с блестками, с разными. Нет, у них мало с блестками, у них есть такое бархатное платье, по-моему, еще какие-то вещи. Вот этот свитер, по-моему, они отнесли к разряду праздничных крисмасных нарядов. И вот эта юбка, я вам потом покажу ее поближе и объясню, в чем с ней дело и как она, в чем, так сказать, ее необычность. Она очень интересно сделана сверху. Ну, давайте сначала по порядку. Очень мне нравится этот свитер, он очень красивого цвета, такой грязной пыльной розы, правильно говорят? Старые розы, пыльные розы. Вылетела из головы по-английски dusty rose, то есть пыльная роза. А по-русски так говорят пыльная роза или старая роза? Ну, в общем... Неважно. Очень-очень симпатичный свитер. На ощупь у него очень хороший состав. Мы, конечно, потом все посмотрим. Интересно, он так связан. Видите, здесь такими вот какими-то... какой-то рисунок такой елочкой. По-моему, размер смол. Они довольно объемные, довольно большие. Чудесный свитер. Очень мне нравится. Вот такой в нем рукав. Немножко спущенное плечо. Очень красиво. И юбка. Сейчас вам покажу ее поближе.
Я стараюсь снять, чтобы было видно. У нее очень интересно сделан верх. Она размер large. Немножко мне великовато. Я взяла на всякий случай, боялась, что будет маленькая. Вторая юбка у меня размер medium. Я ее хотела тоже large, но не было. Взяла medium, ну посмотрим. Посмотрите, как интересно здесь сделана застежка. Здесь такие две кнопки, и там она застегивается. В принципе, это юбка с запахом. И здесь очень такая, знаете, интересная вшитая как бы кокетка. И у нее, в принципе, два разреза. Вот здесь вот этот разрез запах. И еще вот с этой стороны она тоже как-то так... Сейчас найду секунду. А, вот здесь. Вот так она тоже здесь разрезана, подрезана до самого вот этого вот... То самой этой вот кокетки сверху. То есть она, в принципе, при сильном ветре, наверное, все это разлетится. Но имеется в виду, наверное, носить ее или в безветренную погоду, или в помещение. Но, в принципе, красиво. Это красиво, когда ходишь, это все вот так вот, знаете, немножко так двигается. Я бы, конечно, знаете, на всякий случай вот так бы ее тут прихватила пару стежков. Вот, ну вот буквально, особенно вот здесь еще как здесь, здесь есть какой-то запас, а здесь прям так она очень. Я бы ее так, наверное, вот до сюда где-то до сих пор ушила, подшила, зашила вот так вот прям по этой складке, чтобы на всякий случай, чтобы ничего не выскочило не вовремя. Так, свитер стоит $150. Наверное, он все-таки не шерстяной. И это размер small. Вы видели, он довольно такой объемный, большой свитер. Давайте посмотрим состав. Так, из хорошего в нем 17% шерсти, 13% альпака. И все остальное, вот здесь 6% эластан. Дальше тут полиамид, акрил, в общем, всякое неинтересное. Но вот 17% шерсти, 13% альпаки в нем присутствуют. И таки, да, это чувствуется, он очень... Очень приятный на ощупь, очень имеет такой симпатичный цвет и очень мягкий. Знаете, то, что в нем мало шерсти, может быть, это и хорошо. Он совершенно не колючий, не чешется, ничего. Такой удобный вырез. В общем, хороший свитер. Не страшно, не смертельно дорогой, ну, потому что состав не 100% шерсть, поэтому он... Ну, может быть, это и хорошо даже, знаете. Но на ощупь он супер, потрясающий. Юбку потом покажу, потому что я хочу померить ее с еще одним свитером, тогда я вам уже ее сниму. Нашла я очень приятный свитер с горлом. Красивого такого бордово-винного цвета, с красивым очень рисунком. Вязкой, вернее, красиво вырезан. Он такой немножко, знаете, у него... Он бордовый, с чуть-чуть таким сиреневатой ниткой. Ну, я вам потом, опять же, ближе покажу. У него высокое горло. Я не очень люблю, но здесь горло неплохое. Оно не узкое, не душливое, такое, знаете, а широкое, свободное. И, в общем-то, вот такой вот он хорошей длины. Хорошо с этой юбкой, хорошо будет с джинсами, я уверена. Хорошо будет с какими-то брюками, в общем. Потому что длина такая, знаете, вот... И ширина хорошая. Я посмотрю, какой размер, я точно не помню. Я думаю, что это медиум. Может, даже смол, не знаю. Но свитер достойный, знаете, такой строгий, но очень симпатичный, мне кажется. Сзади он прям гладкий. Видно? Да. Нет рисунка сзади. Сзади, видите, он гладкий. А вязка только спереди. Но вязка красивая, такая необычная. Нравится мне этот свитер. Довольно-таки симпатичный. Ну что ж, это у нас размер medium, я мерила, стоит он $169-170. Видите, какой он его? Он не просто бордовый, он такой немножко как рябчик такой, рябой, не знаю, не помню, меланж, не помню, как называются такие нитки. И вот такая вот вязка. Так, значит, в нем 73% шерсти, что очень хорошо. Все остальное там полиамид, полиэстер и так далее. Но вот 73% шерсти – это довольно хороший состав. И опять же, вот присутствие некоторой синтетики делает его таким не колючим, не жестким. Он очень мягкий. Но, видите, вот этот вот такой пушистенький, потому что в нем есть, по-моему, что в нем было? Махер или... Не помню. Ну, в общем, что это было, что дает вот эту пушистость. А это нет совершенно, и он...
совершенно такой гладкий, и немножко он подороже, чем тот, потому что он в нем шерсти больше, поэтому, конечно, он подороже. Хороший свитер, такой базовый, очень правильный такой на зиму, то, что надо. Давайте смотреть на юбку. Девочки-продавщицы ходят там, прислушиваются ко мне. Они уже, по-моему, меня знают. Это сумасшедшая тетка, которая почасту сидит примешана и сама с собой разговаривает. Да. Значит, это ларч. $150 она стоит. Вот сейчас я вам покажу ее. Видите, вот здесь вот две кнопки. И вот здесь такой запах. Здесь еще такая вот какая-то... Какой-то запах или что, я не знаю. Вот так вот сделан красивый пояс под углом. Очень симпатично. Посмотрим сейчас состав. Так, состав у нее 100% вискоза. Замечательно, прекрасно. Вот такая вот юбка. Единственное, что в ней нет подкладки. Ну, понятно, нет подкладки, потому что очень много разрезов всяких, поэтому как бы она такая вот люленькая. Можно сказать, праздничный комплект на Рождество. Если вы встречаете дома или в гостях, но не идете на какую-то партию или корпоратив, а вот встречаете где-то дома со своими. Видите, свитер очень такой базового цвета, я не знаю, видно или нет, но он с люрексовой ниткой, с золотой, очень красивый, очень приятный. Единственное, что немножко он колючий. Я думаю, что в нем есть шерсть, которая колется, поэтому мы потом посмотрим. И юбка, вот я вам потом опять же покажу на вешалке вблизи, она тоже очень красивая, она не просто бежевая, она немножко с таким золотым отливом. Но очень в меру золота, знаете, и в свитере, и в юбке, все это вместе дает очень красивое сочетание. Юбка размер медиум мне маловато, я ее с трудом застегнула, практически даже не застегнула. И вот здесь вот в поясе она мне прямо очень-очень жмет, очень облегает, но вообще она очень широкая, очень такая большая, объемная, делает очень красивые такие фалды, волны. Красивые две вещи, очень хорошо, по-моему, между собой сочетаются, поскольку в них в обоих есть такой какой-то золотой отблеск. И, в общем-то, они как бы и где-то и нарядные, но где-то и такие домашние, не особенно нарядные. Если юбка по размеру будет, то в ней, конечно, будет намного лучше, приятнее, потому что она мне просто тупо жмет. Свитер у нас размер медиум, ну он довольно такой объемный, обширный. Вообще в Massimo Dutti свитера довольно широкие. Стоит он $170, я думаю, что в нем есть достаточно шерсти. Сделан он в Италии, очень приятно. Давайте посмотрим состав его. Значит, вот эти 20% это металлическая вот эта нить, 20% шерсти, 13% акрилик, 11% альпака и... Что-то тут еще было, я извиняюсь за мои движения пальцами. 36% полиамид, я надеюсь, что вам видно. Но он очень красивый, немножко колючий, знаете, в нем не так много шерсти, я не знаю, почему он колется. Может быть, вот эта вот металлическая нитка колется, но он очень красивый, ее не так много, этой нитки металлической, она так красиво переливается, в общем-то, в меру блеска, но в меру шика, блеска. Но придает такой очень нарядности ему. Красивый свитер. Большой, довольно объемный, большой вырез, большая такая, знаете, горловина. То есть, в принципе, под него можно что-то пододеть, какую-то блузку или какой-то еще нижний слой, чтобы, если вы не хотите вырез, потому что вот на мне так вырез был довольно глубокий. Но если на праздник, то сойдет. Как раз то, что надо. Юбочка-юбчонка. Видите, она сделана из таких клиньев. Вот у нее пояс, и здесь у нее... Раз, два, три, четыре клина, как бы все они вместе сшиты, и к низу она прям так сильно расклешивает эти клинья. Видите, она такая немножко металлизированная, тоже блестит так на свету красиво. Состав, сейчас посмотрим, размер это я мерила медиум, он мне маловат. $170 она тоже стоит, у нее есть подкладка. Сейчас покажу снизу. Видите, вот здесь у нее подкладка, сделанная из такой тоже похожей ткани, только без блеска.
Подкладка идет до самого пояса. И давайте посмотрим состав. Так, юбка сделана 100% вискозой, а подкладка 100% полиэстер. Ну, окей. В принципе, хотя бы за вискозу спасибо. Красивая юбка, очень красивая такая. В принципе, ее можно и дресс-ап, и дресс-даун. Из нее можно сделать нарядную юбку, можно сделать, если с более, вот, допустим, даже вот с этим вот свитером бордовым на контрасте, если сработать, то она будет выглядеть менее нарядной, несмотря на то, что у нее вот этот такой металлический блеск, но вот этот свитер такой немножко лыжный, знаете, простой, длинный свитер, и цвет как бы не такой светлый, потому что вот эти две вещи, они такие молочная гамма, и они очень яркие. Яркие тем, что они как бы две светлые вещи, они создают очень яркий такой образ. А вот если вот с таким вот свитером, в принципе, немножко добавит и цвета, и, скажем так, упростит ее. Хороший вариант, вот это тоже неплохой. Смотрите, как здорово. Мне, конечно, было очень неохота снова ее надевать, снова надевать этот свитер. Надо было это раньше сделать, но я прикладывала их друг к другу, решила, что лучше всего все-таки их померить. И действительно, очень красиво это выглядит вместе, именно тем, что вот как бы простой такой свитер, лыжный, я бы сказала, и такая блестящая металлизированная юбка, они вместе очень хорошо выглядят. И очень подходят мои ботинки, кстати, к этому свитеру, да? Посмотрите, да? Класс. Ну, в общем, неплохо, симпатично. Наконец же платье. Я очень люблю массимовские платья с запахом. У них очень красивые платья с запахом всегда. Это тоже не исключение. У него очень красивый цвет, такой между бордовым и сливовым, какой-то сливовым. Вот какой-то вот такой вот необычный цвет. Единственное, что оно немножко великовато, это размер large, medium не было. Small я не рискнула, конечно, хотя у него вот здесь вот по талии идет резинка, пояс. Два разреза такие сбоку, с каждого боку. И оно мне, конечно, великовато. Рукава очень длинные, потом я покажу. Я подняла, потому что это некрасиво. Но и вырез такой большой, конечно, тоже. Я бы немножко тут его ушила, пришила, подшила. В принципе, платье красивое. Очень красивое платье. Единственное, что, конечно, размер не великоват. Но нету другого. Есть small, extra small и large. А medium, наверное, было бы мне в самый-самый раз. Вот такое вот платье симпатичное. Опустила я рукав. Видите, как он длинный? Ну, не страшно, конечно, но довольно длинный. Для меня, мне кажется, это выглядит как-то как с чужого плеча, когда вот, смотрите, с одной стороны, видите, рукав поднят, и это как-то выглядит более элегантно. А здесь вот так вот, и это такой же какой-то, как будто бы вот, вот видно, что большой. Что-то у меня вспышка включилась. Странно. Темно как будто бы, что ли. В принципе, платье, на мой взгляд, и такое и в первый мир. Видите, оно может быть и как нарядное. Также его, в принципе, можно носить с пиджаком, с каким-то, или с кардиганом, или с каким-то жакетом. И, в принципе, вполне как такое. На каждый день, значит, стоит оно $200. Немало, но у Massimo Dutti такие цены. И это размер large. Видите, у него резинка здесь на талии, и сверху завязывается пояс. Давайте посмотрим состав. Состав 100% вискоза, подкладки в нем нету. Ну, можно сказать, что хороший состав. И ткань такая, видите, немножко шелковистая такая, приятная. Хорошее платье. Немножко дорого, $200, на мой взгляд, но что делать. Вязаное трикотажное платье базового цвета молочного. Видите, вязка такая в рубчик. На вид обычное, но оно с сюрпризом. У него сзади такой бант завязывается. Ой, так не видно. Ну, в общем, я когда его сниму на вешалке, покажу вам, вы увидите. На мой взгляд, ему не хватает длины. Я предпочла, чтобы оно было длиннее. Очень странная длина, очень немодная, сейчас не актуальная. Такая немножко чуть-чуть выше колена. Ни тудыма, ни сюдыма, что называется. И ни свитер, и ни платье. Вернее, платье, но какое-то коротковатое. Сейчас как-то это не очень... Не очень актуальна, по-моему, такая длина. И
самая некомплементарная длина для любых ног. Вот такая вот длина, кончающаяся на середине колена. То есть, если, конечно, женщина выше меня ростом, то она, видимо, имеется в виду мини. А ниже меня ростом мало кто найдется, поэтому у них вообще вещи на более высоких дам, поэтому я думаю, что это имелось в виду выше колена мини. А мне вот оно прямо по самую такую коленную чашечку, самый некрасивый вот часть тела, оно как бы подчеркивает. Конечно, с длиной лоханулись они тут. Ну, в принципе, вот так оно неплохо сделано. Такое, знаете, я думаю, что тоже оно шерсть с махером с каким-то или шерсть с альпакой. Сейчас сниму, посмотрим. Не нравится мне оно, потому что мне не нравится его длина. Так, это у нас был размер medium. Вот, и в принципе нормально. Мне оно по размеру стоит, оно тоже $200. Сейчас я вам покажу, как оно сзади сделано, видите? Здесь такой довольно глубокий вырез на спине и бант. Этим он меня и купил, оно, вернее, это платье. Я решила померить, потому что мне прям понравилась вот эта вот красивая эта спина. С другой стороны, у меня длинные волосы, этой спины все равно не видно. И, в общем-то, как бы никакой красоты внешне, спереди, это не добавляет. Давайте посмотрим состав его. Так, ну вот видите, у него состав 18% шерсть и 13% альпака. И все остальное эластан, акрил, в общем, вот такой. Где-то уже был такой состав, в каком-то свитере, по-моему, в розовом, в том... 18, где-то примерно около 20% шерсть и где-то так 15% альпака, все остальное акрил. И, в общем-то, оно тоже очень приятное на ощупь, очень такое хорошо выглядит и такое, знаете, зимнее тепленькое. Но длина дурацкая, хотя, может быть, сапоги ботфорты такие высокие, которые уйдут под него и уберут вот эту вот некрасивую коленку, закроют, вернее, некрасивую коленку. Еще одно базовое трикотажное платье, которое, я думала, будет подлиннее, но оно тоже вот какое-то, оно чуть-чуть подлиннее. То было до середины колена, а это до самого низу как бы колена. И вот это так некрасиво, не знаю, что-то мне не нравится. Хотя у него такой красивый рукав широкий, такой, знаете, и цвет хороший, серый базовый, горло вот здесь вот. Тоже такое не очень душащее и не очень высокое, широкий рукав. Не знаю, какой размер, сейчас посмотрю, medium или large. Но вот длина что-то девочки Масима в этом смысле подкачала. Как-то какая-то длина дурацкая, неинтересная совсем, неправильная длина, я бы сказала. Может, это еще мои ботинки тоже неправильной длины для такой вещи, они тоже усугубляют. Если бы у меня были высокие сапоги, может быть, это выглядело бы немножко лучше. Может быть, с поясом бы это выглядело немножко лучше, но так вот, как есть, так вот оно выглядит. Оно, знаете, немножко пожиже, я бы сказала. Вот это такое плотненькое, а это такое тонкое, какое-то такое, немножко как сопля такое. Но видите, вязка у него в такой рубчик резинка. Так, посмотрим, что мы за размер примеряли с вами. Large мы примеряли, $169. Ну, таки да, я вижу, что оно... длиннее, потому что больше размера. Так, если бы это был medium, он бы тоже мне был вот так до середины колена. Ага, значит, у него немножко другой состав. У него 13% шерсти, 13% модал, 13% катон, хлопок. Ну и дальше там эластин, эластан, полиамид и так далее. Но вот у него, видите, шерсть, катон и модал. Вот такой у него состав. Тоже на ощупь очень приятное, к телу так приятно прилегает, рукавчик такой, знаете, вот на манжете здесь собирается, симпатичное платьице. Ну вот оба эти платья, они что-то с длиной как-то не очень. Или это не на мой рост, я не знаю. Но вроде я так небольшого роста, поэтому 1,60 м, поэтому они, по идее, наверное, должны были быть еще короче, вроде как мини, да? Ну, возможно. Ну что, девочки, сейчас мне предстоит, как я называю, walk of shame, то есть... позорный проход. Знаете, так всегда смешно, я когда в магазине вот набираю целую кучу вещей, потом выхожу и отдаю их всех продавщице, а девочки обычно на комиссию работают, видят, что я несу в примерочную такую кучу одежды, как-то, знаете, с надеждой ждут, что я сейчас что-то куплю. Я не знаю, кстати, Масима, у тебя не работает на комиссию или нет, ну, неважно. А я выхожу и так все отдаю, она говорит, ничего, я говорю, нет, ничего. И они так на меня смотрят, я говорю,
Столько сидела в примерочной, столько мы ждали, и все без толку. Хотя, если честно, они вокруг меня совершенно не работают. Я все сама приношу, все аккуратненько вешаю на вешалке, вон даже вот цепляю вот эти штуки, чтобы оно не падало, отдаю им все. То есть не то, чтобы они вокруг меня сильно работают, чтобы они так расстраивались, что вот они прыгали-прыгали вокруг меня, а все без толку. Я вообще, знаете, вот 54 года бабе, а мне все неудобно. Мне все неудобно. Вот есть люди, зайдут в магазин, все перемеряют, все перетрогают, выйдут, и как ни в чем не бывало. А мне всегда, вот я вот намеренно всегда думаю, ой, как неудобно вот так сейчас уходить без покупок. Ой, когда я уже повзрослею? Наверное, никогда. Все, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Такие у нас сегодня были примерки из Massimo Dutti. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте. Увидимся в следующем видео. С вами была ваша Дита из Канады. Пока-пока, бай.